Здравствуйте. Ну, хочу эту тему закрыть по фастфиксу. Такое небольшое объяснение. Вот этот размер от патрона и до конца гильзы 210 мм. И фастфикс насадка тоже отсюда и до конца гильзы 210 мм. То есть вы ничего не теряете. Работает штатно. Ну и насадка. То же самое мы проделаем с большой, с двадцаткой гильзы. Один в один. То есть решение 2. У кого есть такой набор сверл, все, что нужно, это убрать сверло и поставить шток гильзы. У кого нет, знает теперь, что делать, если ему такой вариант подходит. Ну, конечно, фастфикс очень удобно. Я ничего не могу сказать. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.